я тут увидела какой-то новый вид спорта. Так, видите, вот там вот, сзади парни на доске с парусом. Так вот, я видела, вот сейчас, может быть, он вот эту доску вытащит из воды. Михаил, как еще раз это называется? Сопротивление с водой. Он не смог сопротивляться в воде, поэтому он в воду окунулся. Вот у нас уже все, рабочий день подошел к концу. Мы с Инулькой. Инулька, ты хочешь купаться? Ну иди ножки помочи. Не хочу. Ну иди всю обмочись. Всю себя обмочи. А платье? Я тебе платье сниму и купальник одену. Ну давай. Ну, намочи ножки, например. Сегодня, кстати, вода такая себе. Не очень горячая. Сегодня не так жарко. Для августа. А я хочу попробовать на этой штуке покататься. Я тоже не знаю, как она называется. Мне тут нужна доска, весло. Давай сейчас одену. Так. Вода так себе. Решили все-таки немножко посидеть на пляже. Окунаться все-таки не будем сегодня. Что? Короче, сегодня ветер. Вот девчонки уже сколько, минут 10 все никак не могут окунуться. Надеемся, тут будет жарко. Вот, мадам пошла. Так, вот, видите, как тяжело заходить. Очень тяжело. Да. Нина, ты тоже не заходи туда. Вот, не заходит, не захочет она туда. Холодно, потому что. На пляж. Ну и красота, так ходить, ходить. Я тоже люблю. О, девчонки все окунулись наконец-то. Головы только торчат. Ну что, домой едем? Любуемся закатом. Хочешь подальше от воды? Да. Все. Отца Михаила уговорили. Мы еще даже не раздевались. Вот, ну, я сюда, сегодня сюда. Была на пляже с Полиной. Чуть-чуть. Но сегодня прохладно, не так жарко, как обычно. Ездили мы на пляж минут на 15, наверное, да? Ну да. Да. Сидим и понимаем, что нету смысла ехать на 5 минут, потому что парковку долго искать, а плюс еще такие пляжи в основном. Ну, пробки в это время.
центре нету нормальных пляжей. Ну, не нормально, чтобы не было парковки. Можно было помыть ноги, нормально припарковать машину. Плюс мы еще сейчас живем на отшибе Лимассола, далековато. Поэтому больше так не будем делать. Ну, время жалко. Ноги грязные после пляжа, машина пачкается. Короче, куча минусов и мало плюсов. Одни минусы от этого моря. Плюс еще холодно. Холодно сегодня, очень холодно. Если ехать, то на час, на два, чтобы в волейбол поиграть. И посидела ты на пляже, и Инна поиграла в свой замок, высохла. Ну, сегодня прям... Они 15 минут, все грязные, чумазые, садимся обратно в машину, ищем парковку. Куча времени на дорогу. Миш, и ты сам сегодня предложил поехать на пляж, окей. Нет, я предложил нормально на волейбол поехать надолго. Ты сказала, что нет. Я сказала, что да. На волейбол ты не хотела? Что-то мне уже надоел этот волейбол. Ты не играешь, я играю. В смысле, он тебе надоел? Это я играю, мне он не надоел. Ты даже мячик не трогал ни разу. Не трогала. Ну, как он тебе мог надоеть? То, что ты... Хочешь играть каждый день в волейбол? Мне нравится, да. Мне кажется, он очень далеко находится. Ну, найдем ближе, пойду ближе. Да, короче, вот такие у нас беседы. Ну, уж зануда. А ты переиграла в волейбол, видимо. Да, целый день. Так, все, едем домой смотреть закат. Короче, Михаил уже лимон разрезал. Мы сейчас проводим эксперимент. Плюсы Еревана в том, что нету накипи на чайнике. Ну, видно накипь? Я вижу только косточку уже какую-то. Да нет, ну грязь там. Он должен блестеть. Мне кажется, это лайм. Нет, это местный лимон. Лайм внутри зеленый, а этот... Как лайм, только лимон. Мне кажется, прям пахнет лаймом. Ну, лаймом пахнет. Маш, это лимон, нет. Ну, короче, вот сейчас посмотрим конечный результат. Мне кажется, Михаил занимается ерундой. Переводит лимоны. У нас тут, кстати, очень красивые закаты. Но сейчас уже солнышко село. Короче, вот так вот. Готовим ужин. Авокадо, гречка и курица. Такая вот красота. Сейчас пойду смотреть, что там отец Михаил нахимичил. Сказал, что нужно для чайника, сколько у нас, 2 лимона, чтобы получить такую концентрацию. Что-то мне жалко эти 2 лимона. Выбрасывать, чтобы чайник откипятить. Ужас. Катастрофа. Фокусируйся. Вот. Ну так, могло бы быть и получше.